Африканская чума свиней вернулась в Новгородскую область. Карантин объявлен в Батецком районе. Вспышка смертельного для животных заболевания произошла в деревне Мойка. Зараженными оказались двое животных в одном из личных хозяйств в деревне Мойка. Первичный анализ показал, что оба пали от африканской чумы свиней. Специалисты работают над тем, чтобы не допустить распространения вируса из очага в другие свиноводческие хозяйства. Территория оцеплена, установлены посты. На месте работают специалисты комитета ветеринарии Новгородской области. Трупы животных уничтожены. Указом губернатора Новгородской области с 22 июня на территории Батецкого района установлен карантин. Продлится он до 12 июля. Ветеринары рекомендуют жителям населенных пунктов, расположенных в радиусе 10 километров от деревни Мойка, строго соблюдать в своих хозяйствах ветеринарно-санитарные правила.